Делюсь рецептом закуски из болгарских перцев по-грузински на зиму. Она получается яркой, ароматной, умеренно острой и очень вкусной. Подойдет к любому гарниру. Готовится быстро и без лишних хлопот. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить перец по-грузински на зиму. Вместо петрушки можно использовать кинзу, если любите. По желанию можно добавить острый красный перец, если хотите закуску поострее. Перец болгарский, 1 кг. Чеснок, 1 штука. Лук репчатый, 1 штука. Петрушка, 1 пучок. Соль, 1 разделить на 2-1 столовые ложки. Сахар, 1-2 столовые ложек. Уксус 9%, 2 столовые ложки. Перец черный молотый, по вкусу. Хмели сунели, 1 разделить на 2-1 чайных ложки. Масло растительное, 4 столовые ложки. Количество порций, 8. Подготовьте все ингредиенты. Перцы помойте, удалите хвостики и семена. Нарежьте на крупные ломтики. Лук и петрушку крупно порубите, чеснок пропустите через пресс. Соедините перцы, репчатый лук, чеснок и петрушку. Добавьте соль, сахар, черный молотый перец и хмели сунели. Влейте растительное масло. Перемешайте, оставьте на 1 час. Переложите перцы в кастрюлю, доведите до кипения. Варите 15-20 минут на маленьком огне под крышкой, периодически помешивайте. Затем влейте уксус, перемешайте, проварите еще 2-4 минуты. Снимите с плиты. Разложите закуску по заранее стерилизованным банкам, закройте крышкой, укутайте в кухонное полотенце. Оставьте так до полного остывания. Перец по-грузински на зиму готов, приятного вам аппетита!